Итак, уважаемые господа, это YouTube-канал «Большая Шишка Шоу». И сегодня мы готовим чай по-дачному. Потому что у нас нет нифига чистых чашек. Вот они все грязные, у нас и ложек нет еще. Не только чашек, но и ложек нет нормальных, чистых. Поэтому мы будем готовить чай, как он и есть, короче. Вот прям берем и начинаем. Открываем сахаризацию. Засыпаем, короче, как получается. Я примерно понимаю, сколько я засыпаю, надеюсь. Много не надо, но мало тоже. Вот, достаточно. Кажись, достаточно сахаризации. Вот. Сахаризацию, наверное, домой заберу. Или не буду жадничать, не знаю. Потому что дома сахаризации нет. Я вот что сюда приехал, собственно. Далее чего? Далее водизацию. Нужна водизация. Для этого надо какую-нибудь тряпку. А не простудился ли я? Сопливый весь. Ну ладно. Ничего не поделать. Водизацию берем. Водизация. И аккуратно заливаем. Аккуратно, не надо по ногам только. Вот, нормальная тема. Так. Нормальная тема. Дальше что? Тряпка туда. Дальше на чем-то помешать, но нечем. Так, ладно. Ни одной чистой ложки. И это проблема. Но дачники не к такому привыкшие люди. Так что это... Никаких проблем нету. Вообще... Вот, сахаризация размешана. Остался только чай. Чай майский. С города Фрязино, кстати. И это недалеко, и чай хороший. В Московской области и в Москве лучше чаев, чем майский, не делают. Ну, пакетных-то точно. Вот. Нормальная тема? Нормальная тема. Главное не перезаварить. Короче, закрываем. 5 минут и хватит. Вот так. Вот. Может, конечно, было и в банке делать это все, но... Если есть чайник такой, который нафиг не нужен, лучше уже делать сразу в нем, чем какую-то там банку. Потому что обычно это в банке какой-то, в 3-литровый делают даже. Вот вместо термоса просто заваривают прям вот в таких банках такой вот чай. В дачном стиле пьют, по-моему, прям вот из горла хлебают и все. Короче, даже не разливают в походах там, на дачах. Обычно так и делают, а вот у нас высшая культура. Единственная чистая чашка, она только спрятать себе будет. Что я из нее пью, да, и вот. Вот так вот будем налевывать прям сюда, да. Представляете? Может же даже первую партию налить. А дальше там пусть заваривается. Во! Видите, господа? Дачный чаёк. Дачный такой. Прикольненький чаёк. Да чем пахнет? Муть какая-то, правда, там, блин. Наверху плавает. Ну фиг с ним, короче. Все равно что-то попадет туда. Как будете на даче что-то там кипятить в каких-то кастрюлях. Все равно попадет какая-то муть. И это неизбежно. Пахнет вообще классно. Вот мята бы сюда. Точно. Мяты. Давайте еще мяты добавим. А то нечестно. Чё я тогда вылил-то? Господа, давайте мят. Дайте мят. Вот чай заварился. 2 пакетика заварились сразу. Видите, уже чернота какая. Можно откидывать их. И добавлять мяты, потому что мы на даче все-таки. Так что сейчас давайте мяты добавим. Это несложно делается. Потому что какой-то дачный чай, если там нет мяты. Метизация. Вот. Туда пока относительно горячий, короче, до 70 градусов. Вот, можно кидать, короче, вот эту метизацию. Давайте еще покрутим с ней теперь. С метизацией покрутим. Пахнет она офигенно, эта метизация. Это топ. Топ запах. Представляете, короче, на
на десятку из пяти. Вот. С этой метизацией. Вот. Вообще, вообще классно. Вообще. Турбо. Вы не представляете, как классно вообще пахнет, а? Кто на даче не бывал, тот такого и не нюхал. Вот. Очень много у вас, господа, значит, упущено. Если вы на даче не бывали и такого не нюхали. Ну, короче, ждем 5 минут. Наливаем и дегустируем. Вот и прошли 5 минут. Пришло время дегустации все-таки делать этой чаизации. Вот. В кастрюле все, похоже, остыло. Любое бурлирование. Розетка по-прежнему. А, она вообще 100 градусов, короче, розетка. Вот эта штука, короче, керамика, она накалилась до даже больше сотни градусов, короче, тут. Наверное, 150 вот здесь. Короче, кипяток, он менее горячий, чем... Кастрюленция менее горячая, чем розетка. Розетка уже, то есть, соответственно, не тянет нифига. Ладно. Переходим, короче, к чаю. Вот, с мятными листьями он теперь... Он теперь распальцованный, а то я хотел без мятных листьев, совсем одурел. Как на даче чая и без мятных листьев. Это же сумасшествие какое-то, дурдом. Психушка. Заварился он, конечно, классно. Вот. Лучший чай, короче, Московской области, в Московской области с перечной мятой. Давайте, короче. На запах просто он мятный, вот становится запах крутой, короче. Не такой, конечно, насыщенный, как у самой мяты, потому что чаем перебивает чуть-чуть. Но все равно очень классно. Давайте, хлебаем, господа. Конечно же, я немного пересахарил. Но это тоже традиция дачного чая. Что ты немного его всегда пересахарил. Вот, вообще, вообще классно. Every good is beginner. Бразил, короче. Потому что делать больше нечего. Никакие ни магазин не работать, ни жрачки не купить. Приходится чай пить. Короче, вот, самое то. Но это на даче самое то. Так что, господа, все. Классно вообще. Это топ. Кто еще сомневается?